В Дагестане открылся республиканский межрелигиозный форум. Принимают участие свыше 200 человек, представляющие три конфессии – ислам, христианство и иудаизм. Ребята проведут на форуме неделю. Для них организаторы подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу. На открытии побывал наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. База отдыха «Солнечный берег», что в Карабудахинском районе вблизи Каспийского моря, в очередной раз принимает у себя участников и гостей республиканского межрелигиозного форума. На торжественное открытие съехались представители власти и духовенства республики. Почетные гости обращаются к ребятам с напутственной речью. Сегодня хочу всем пожелать хорошего настроения, взаимопонимания, успехов в работе и получения определенных наук. Россия – это многонациональная страна, разных конфессий, разных национальностей. Люди живут в этой стране. Мы должны привить в сердцах нашей молодежи к любой конфессии уважение и доброе отношение. Уверен, что вне зависимости от того, какой национальности человек или вероисповедания, у них найдутся общие темы для обсуждения и общие интересы. Далее со сцены звучат нашиды, песнопения, стихи в исполнении представителей всех традиционных конфессий. В конце организаторы желают участникам форума полезного и приятного отдыха. За 7 дней пребывания на форуме молодые ребята пройдут насыщенную образовательную программу, встретятся с представителями власти и знаменитыми спортсменами. Мы хотим привести сюда молодежь для того, чтобы они научились дружить между собой, понимать, для чего мы пришли на этот свет, и жить в мире и согласии со всем дагестанским народом. Мы можем здесь отдохнуть, отвлечься от своих проблем, там, да, рабочих и так далее, и так далее. И очень такую хорошую пользу получить от этого форума в том плане, то, что есть очень интересные образовательные программы, такие интересные встречи, которых в других форумах, на других площадках. Здесь встречаешь людей, которых ты не встретишь на других площадках и так далее. Для участников организуют поездки в Дербент и Ахульго. В древнейшем городе России они посетят крепость Нарын-Кала, историческую соборную мечеть, церковь, синагогу и другие культовые здания различных конфессий. На горе Ахульго ребята осмотрят мемориальный комплекс и ознакомятся с историей имама Шамиля. Познакомиться со всеми, узнать что-то новое о их религии. Разумеется, что-то рассказать, что-то свое, рассказать о своей религии, что интересное. И, конечно же, знакомство новое – это всегда хорошо и отдохнуть. В рамках форума для участников устроят соревнования по футболу, волейболу и стрельбе из лука. На форуме созданы все условия для комфортного проведения времени. После образовательной программы ребята играют в спортивные игры, беседуют с друг другом и купаются в бассейне. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал НТ, Карабудахинский район.